Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми». Сегодня мы пройдемся по улице Крупской. Ну что ж, вопросы подготовили, идем общаться с прохожими. Поехали! Что в своих горбах хранят верблюды? Я откуда знаю, что они... Не могу ответить. Кость. Такая большая? А для чего такие большие кости верблюда? Не знаю. Для опоры, чтобы ходить лучше, да, по пустыне? Да. Наверное, какой-то залежи. Залежи чего? Даже не знаю, честно, за другие. Ну, верблюд, знаете, бывает одногорбый, двугорбый. Горбый. А вот там внутри у него что? Скелет. То есть кость нет? Кость, конечно. Такая большая? Видимо. Ну, для чего, значит, для чего может быть такая большая кость в горбу? Ну, даже не знаю. Защита? Видимо. Типа панцирь? Да. Тут воздух, ничего, у них же в воздух или воду? Давайте воду. Воздух. Давай. То есть это некие пузыри, в которых то ли жидкость, то ли воздух, да? Наверное. Воду. Жидкость. Воду. 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 То есть это некий баллон с водой? Да, все верно. У них там мышцы, и там водичка в мышце. Типа, у них это такой стратегический запас. Жир, воду. Первый, правильно, жир. Он окисляется и превращается в воду. Отлично, это полный ответ, можно сказать. ДНК, это что? Это экспертиза. Для чего проводится? На отцовство, на все остальное. А ДНК как расшифровывается? Не знаю я. Я подскажу. Начинается дезоксириба. А дальше? Я не помню. Сложно, да. Первую букву подсказать? Да. Дезоксириба. Дальше не знаю. Я даже такое не знаю. Двоичный код. Это аббревиатура? Да, код. Последнее слово. Последнее слово код. А первые два? Нет, не скажу. Клетка. Боже, не учила биологию. То есть первая часть... Клетка. К – это клетка. Дизорибонуклеиновая. Что-то еще там чуть-чуть не хватает. Дезоксинурокислота. Хорошо было в начале, но в серединке что-то не очень, да, пошло? Ну, я поддерживаю себя по-другому. Все правильно. Дезоксириба, а дальше Н. Н. Нуклеиновая. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Цифра 5. Гласная или согласная? Пусть будет гласная. 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 А еще какие цифры бывают гласными? Один. Гласная. Гласная. И еще пару примеров гласных цифр. Семь. Гласная. Гласная. Угу. И еще примерчик гласный. 10. Да, уже тупость какая. Да, и согласна. Хорошо, согласны. Это цифра. Цифра. Это не буква, это цифра. Только буквы могут быть гласные. Это правильно. Цифры – это не буквы. Отчество Гагарина. Не скажу. Юрий Александрович. Александрович. Юрьевич. А, нет. А, ты слышишь? Да, он Юрий Гагарин. Да. Класс. Я тупая. На букву А. Андреевич. Юрий. Не помню. Гагарин. Не помню. Навскидочку, может, попадет. Юра Гагарин. Ну, да, Юра, это так, по-простецки, да? Да, да. Юра, мы все про... Сам знаешь, да? Ой, забыл. Давайте имя подскажу, а вы сразу отчество вспомните, хорошо? Гагарин Юрий. Гагарин Юрий. Все. Ой, я уже забыла. Алексеевич. 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 Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич. 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 Сколько ребер у мужчин? Два. А у женщин? Один. Один. Почему меньше у женщин? Потому что... Не знаю. А почему так мало? Два и один. У нас же огромная грудная клетка, а всего два ребра. Зашито. Не знаю. 12. Штук? Да. А у женщин? У женщин больше. На одну? Да. Потому что в свое время из ребра мужчины... Сделал женщину.
Все верно. Логика железная. По 6 с каждой стороны, да? 6 пар. 12 ребер? Да. А у женщин? Так же. А как же легенда, что из ребра мужчины? Нет, это не легенда. Кто вам такую легенду сказал? 12 штук не маловато? Мне нормально. Столько же, сколько у женщин? Столько же, сколько у мужчин? 24. 24, а у женщин? Блин, 22, наверное. 22, потому что ребро использовалось, да, при создании, собственно. Да нет, так же уже 24. Ладно, я вскидку, потому что 12 пар. 12 пар, это совершенно правильно. А у женщин? Тоже, видимо. То есть та легенда про ребро из Адама, это только... Ну, возможно, отросло обратно. Сколько? 8? 12, наверное. 12 штук? Пар. То есть одинаково, у мужчин и у женщин? Да, конечно. Прекрасно. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.